эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 4 июля 2019 года, четверг. И мы начинаем живую передачу «Создание производственных общин. Причины неудач». А мы это кто? Олег Бажин, Алексей Орлов. Здравия тебе, Олег. Здравия всем. Итак, почему такая тема? Дело в том, что очень много и у нас, и на других каналах, и вообще вот просто разговоров идет про то, что надо создавать, надо создавать, надо создавать. Что создавать? Свои общины, свои кооперативы, свои производства. Надо, 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 надо. И когда все говорят «надо, надо», часто возникает вопрос, а как создавать? А когда создают, возникает вопрос, а почему так все плохо? Почему вот радужные эмоции, когда вот говорили про то, что создавать, присутствовали, а потом какие-то разочарования и грозные тучи, как на картинке у нас, создание производственных общин, как на заставке, присутствуют, и много людей разочаровываются и в самом направлении производственных общин, и в самой вообще идее, и говорят, да ладно, мы это уже попробовали, и все, в общем, не хотим больше с вами разговаривать, дураки вы все. И вот поэтому мы приняли решение создать сегодняшнюю передачу, посвященную вопросу, почему же все-таки чаще всего производственные общины как-то вот рассыпаются при только начале их создания? Почему во время уже начала деятельности возникают те самые подводные камни и рифы, которые на карте не были обозначены? Ибо недостаточно только веселиться и прыгать вокруг костров, недостаточно только говорить какие-то хорошие слова, нужно еще что-то делать. А вот как раз, когда слова-то произносятся, все гладенько и замечательно, а вот при делах и начинаются проблемы. Поэтому горький опыт, на мой взгляд, это самое-самое главное, что на сегодняшний момент может быть для нас очень важное, что нам позволяет избежать дальнейших неприятностей и двигаться вперед к светлому будущему. Итак, Олег, я тебе предоставляю возможность раскрыть тему. Естественно, что я буду находиться рядом и иногда что-то говорить, что-то дополнять, свою точку зрения также раскрывать. И, в общем-то, наша задача сегодня поделиться тем опытом неприятным, ну, может быть, это, конечно, и сахарку добавим, который у нас сейчас на сегодняшний момент есть в нашем славянском мире. Прошло уже пара месяцев вот с тех пор, как мы начали созидание на благо родов наших. У нас есть успехи, у нас есть уже первый опыт общения, совместной деятельности, совместных решений, первый опыт разобщения. То есть вот совершенно разные. Продолжают поступать заявки на участие в создании производственной общины. Могу сказать первое, что первый успех – это община, общине быть, поселению тоже быть. Ну и тему мы так назвали не случайно. То есть появились очень многие вопросы, которые требуют разъяснения и решения. Вот первый вопрос, который самый важный. Так уж случилось, случайно или не случайно, что сама идея создания общины, она происходила от меня, как от организатора этой идеи. Ну, идея-то она может быть не моя, а идея она общая, она не может быть, она общая. Вот. А сам посыл, как бы, он от меня происходил. Вот. А когда люди собрались, то есть у нас обнажился такой вопрос, как отсутствие, на самом деле, общего вектора движения. То есть вроде как идеи и цели общие, а сложить вместе конкретику действий мы можем едва ли с трудом. То есть вот это вот на первом этапе проявилось буквально сразу. Начиная от места проживания и создания производственной общины, то есть расхождения появились. Кто-то захотел в сосновом бору, кто-то захотел просто дом и огород, скажем так, ну там по мере возможного присоединюсь к производству. Кто-то на экологию стал говорить, что место не экологичное. Кому-то вообще место понравилось, и приехали, посмотрели, сказали, место сильное, силы места, прямо чувствуется все, энергия. Но, ребят, вы тут с державностью не ладите. То есть, вот,
Вот такие вот моменты. Если нравится одно, то не нравится второе. Если начинаем действовать, то вроде как делаем шаг влево, вот, но шаг вправо делать не делаем, то есть который тоже необходим. То есть, ну вот получается, что у нас одной ногой двинулись, вторая стоит. Вот такой вот момент. И вот как его решить? Ну, вот здесь вот я бы даже, может быть, тебе бы несколько вопросов задал. Вы там творите-творите, а вопросы мне почему вопросы возникают? Правильно тебя понимаю? Ну, не совсем, да. Дело в том, что часть людей просто на тебя ссылку, да, как бы дают, вот там Алексей Орлов, он о державности говорит. А вопрос был, в чем у нас возник? То есть я когда произнес такую фразу, что, ну, вот по сути, державных принципов сейчас проявленных нету, то есть их, они как бы есть, но они не проявлены. То есть в моем понимании, пока мы не общаемся на державных принципах, пока мы не выстроили какую-либо структуру, которая на державных принципах работает, то их и нету пока. То есть это мое понимание вопроса. Они, да, они в теории, они есть, они нам понятны. Как, к чему стремиться, то есть тоже понятно. А вот как их выстроить, ну, это вот вопрос важный. Отсюда делается там вывод у людей, а, все, вы делаете что-то не по державе. Потом на вопрос, значит, вот державности, я думаю, что лучше всего вот раскрыть, попробовать его раскрыть, может быть, совместным каким-то моментом. Мы очень много общались по этому поводу. И вопрос копы встал очень остро, вопрос идеологии встал. Причем вот заметил такой момент, что идеологии, как правило, требуется людям, которые наименьше всех ответственность на себя хотят взять. Вот почему-то так. Ну, угу. Ну давай, по ходу. Потому что люди, которые берут на себя ответственность, да, они как бы не требуют вот такую четко описанную идеологию, она как-то у них внутри живет. Мы понимаем как-то внутренним чутьем, ради чего мы здесь. То есть у нас как бы нет такого момента, что боязни там не возникает относительно друг друга, как-то чувствуем. Вот. Да, давай попробуем. Ну давай, да, по ходу будем разбираться и, может быть, какие-то ответы будем получать. Давай тогда вот прям как ты себе это видишь и начинай доносить, а дальше уже будем какие-то, может быть, уточнения дополнять. Ну, первое, что я увидел, что вот в данный момент есть неправильное понимание вообще как бы применимости копного права, вот на мой взгляд. То есть неправильное понимание, когда и где оно применяется. В моем понимании вообще не должен создан быть общий круг. То есть, ну, вот сход людей. Вот это где мужчины, женщины обсуждают как живо какой-то вопрос. Или несколько вопросов, поднимаются вопросы. Дальше по структуре, опять же, на мой взгляд, должен быть мужской круг. Представители всех родов должны собраться и начать обсуждать эти вопросы, поднятые общим собранием. И вот здесь, значит, для управления уже общины выдвигаются, скажем так, круг правления, правления общины, ну вот малый круг, куда делегируют свои полномочия, ну, выдвигаются люди, которым другие люди делегируют полномочия, то есть для решения вопросов. Вот это выдвигаются самые ответственные люди, которые взяли ответственность по направлениям различным, у которых уже такой за ними за плечами опыт стоит, в том числе производственный, каких-либо, какой-либо деятельности. Такие люди, они вот в коллективе сразу проявляются. Не просто от слова «хочу», но и от слова «ответственность», и от слова «мудрость». Вот такие люди должны быть. И вот в малом кругу уже принимается решение. То есть вот здесь вот, если, допустим, взаимодействие нескольких общин, то, допустим, от малого круга двигаются несколько КПН, которые там уже в копы межобщинную попадают. У людей, вот я не знаю, благодаря чему, но сейчас вот очень много в интернете про копное право рассказывается, про вот эту, на мой взгляд, сказка на данный момент, это принятие решения всеми, обсуждение там электронное копное право. Вот по-разному можно относиться. На мой взгляд, это в данный момент вообще мало реализуемая идея, и заниматься ей потери времени. Надо попробовать хотя бы в малых кругах или в больших кругах научиться принимать решения хотя бы 75% перевесом, ну, хотя бы 3/4, чтобы поддерживали вопрос. Не говорить там о 100%. Вот как-то так я вижу этот вопрос, да, вот эту проблему. Угу, угу.
Ну хорошо, давай тогда вот что с тобой, наверное, обсудим. Надо на любой стадии какого-либо нашего бытия учитывать реалии нашего бытия. Вот если мы это не будем учитывать, то тогда всех нас ждет очень серьезная неудача и очень серьезная проблема. Я думаю, что это очевидно, все просто и доступно и понятно. Когда мы говорим про копное право, то в этом случае мы подразумеваем условия бытия людей, которые могут в этом копном праве быть, существовать. Это означает, что человеки, участвующие в копном праве, должны соответствовать тем самым требованиям, которые копное право изначально по нашим ведическим древним устоям предъявляет к этим людям. Первое. Человек, который участвует в копном праве, он достиг определенного возраста. Второе. У него сложившееся с детства мировоззрение. Третье. Он имеет устойчивое, крепкое хозяйство. Четвертое. У него есть своя семья, которая вполне себе полноценная. Это означает, что такое полноценно? Это не один, не два ребенка, это не он с женой. И пятое. Он является здравомыслящим человеком, лишенным детскости. Детскость, напоминаю, это когда человек смотрит на авторитета, у него есть авторитет, неважно, книга, религия, какой-то человек. Второе, когда он делает все как все, даже если это как все, уничтожает его и его пространство и много чего другое. Дальше он обязательно ждет похвалы от других за то, что он сделал. Дальше он кидается в истерику, если мнение других людей не совпадает с ним и если он не получил этой похвалы. И, наконец, когда он сам хочет стать авторитетом для других. Вот если эта детскость проявлена, то он копеном стать никак не может. Даже если у него семья, даже если у него определенный возраст, даже если. На сегодняшний момент, если мы внимательно посмотрим на то окружение людей, которые присутствуют в мире, мы увидим, что большинство людей находится в глубочайшей детскости. Их цивилизация просто отравила. И стоит вопрос тогда, друзья, о каком копном праве или о каком копном устройстве вы говорите, если вы не совпадаете с элементарными требованиями самого копного права? Вот если играть в копное право, как маленькие дети, да, тогда без проблем. Нарисовали на бумажках, что хотим, построили куличики, все здорово, отлично, играем. Если жить в копном праве, мы должны этому копному праву соответствовать внутренностями своими, своим, ну, может быть, даже представлением о мире, мировоззрением, мироощущением, миропониманием. А если мы просто играем, ну, тогда, да, мы там, сегодня космонавт Юрий Гагарин, завтра Терешкова, потом я там Александр Матросов, потом я Талалихин, да кто угодно, хоть Шварценеггер. Вот на сегодняшний момент я не могу просто понять тех людей, которые не соответствуют по всем своим критериям копному праву, но при этом говорят, что надо жить в копном праве. Если мы не соответствуем этому, значит, необходимо придумать или увидеть маршрут движения к этому самому копному праву, праву через изменение себя самих. Если мы не изменим себя самих, то в этом случае мы тогда не вольемся в это копное право по своим характеристикам, мы не будем им соответствовать. И вот только тогда, когда мы достигнем уровня без детскости, когда мы достигнем уровня взрослости по всем характеристикам и требованиям копного права, тогда можно об этом говорить. До тех пор мы должны искать способы движения к этому копному праву. Я не знаю, согласен ли ты, согласны ли наши радиослушатели с этим моим предположением, которое я сейчас высказал? Вообще получается такая ситуация. Если мы вот эту детскость начнем анализировать в людях, то вот то, что я сегодня уже озвучил, да, хочу в сосновом бору. То есть уже неважно идея и цель, то есть сосновый бор перетягивает все остальное. Хочу там экологию там другую какую-то. То
То есть опять неважно уже вот идея другая, да, более большая какая-то, уже какие-то мелочи. А дальше вот еще такой момент, засевшее состояние потребителя. Вы мне когда построите все, обеспечите, я к вам приеду, еще и поживу чуть-чуть и посмотрю, останусь ли у вас. То есть это тоже получается некое состояние детскости. И таких вот звонков буквально там, ну, шквал был. В этом случае тогда надо понимать, что помимо детскости есть еще то, о чем мало кто сейчас говорит. Есть славяно-русская варновость. Я говорю причем про расширенный вариант славяно-русской варности, который до определенного момента вообще никто не раскрывал. До этого были общие представления о варнах славяно-русов, которые очень плотно пересекались с индуистскими. Напоминаю, чем отличается в первую очередь славяно-русская варность от индуистской. В индуистской это не твое предназначение, а твое положение, нахождение. Если ты родился в семье, например, бегемотиков, но сам являешься пиявкой, ты будешь считаться бегемотиком. Если ты родился в семье птичек, но сам бурундук, ты все равно будешь считаться птичкой. И на тебя будут возлагаться все требования, которые вот в своей семье существуют. Неважно, есть у тебя крылья, нет у тебя крыльев, ты все равно птичка. И к тебе будут обращаться как к птице, даже если ты вообще летать не сможешь. А славяно-русской варновости есть три воззрения на тебя. Первое – это твое предназначение. Кем тебе лучше быть в этой жизни, для того, чтобы ты достиг самых высших результатов своей жизни, для того, чтобы ты в свой род вынес все самое лучшее, что здесь у тебя есть. Чтобы ты достиг вершин своего мастерства, знаний. Второе – это варна прохождения. Это соответствие твоему опыту, соответствие твоему возрастному уровню. И третье – это варна нахождения. Где ты сейчас находишься? В какой позиции, исходя из своего предназначения, ты можно посмотреть, исходя из того, где ты сейчас проходишь и так далее. И вот когда мы это все учитываем, мы тогда более широко имеем представление о тебе, как о человеке, и можем тогда понимать, и твое предназначение, и где ты находишься, и какой твой уровень, и что тебе дальше делать. И вообще, можно ли с тобой что-то делать вот в этом направлении, в этом, в этом. И славяно-русская варность рассматривает большее количество вот этих этапов пути совершенствования, нежели чем индуистская. Вот когда нам раньше рассказывали о просто варновости, вот этого всего не учитывали, потому что было время, когда надо было просто об этом рассказать. Говорили какие-то качества, которые, естественно, славяно-русской варности были. Вот Алексей Васильевич Трехлебов много что привносил туда. Он, да, говорил про вот основы, вот эти вот четыре варны, но он говорил, что там еще есть вот это дополнение. И этого было достаточно в тот момент. Сергей Данилов тоже рассказывал и раскрывал. И другие люди, очень мной уважаемые, тоже это раскрывали, но в упрощенном формате, потому что время такое было. Нужно было просто людей к этому подвести. А сегодня пришло время раскрытия уже вот этого бутона, где оказывается там куча лепестков, и он намного красивее, нежели нам можно было себе представить, или это казалось вот в те времена. И вот этот как раз раскрывшийся бутон, он и рассказывает, и показывает, как чего. Поэтому если мы не учитываем это все, то тогда мы не сможем человека понять, вот почему ему хочется снова оборужить, почему он говорит, что вы мне сначала дайте, а потом я уже вот приду и к вам присоединюсь, а может быть и не присоединюсь. Вот когда мы учитываем варновость, и там же детскость туда входит внутри варновости, мы прекрасно понимаем, что тот человек, который говорит, вы мне дайте, как правило, это первая варна. Или по назначению, предназначению, либо по прохождению, либо по тому, где он сейчас находится. А может быть, там и смесь и того, и другого, и третьего. И тогда мы понимаем, что это уровень детскости, где у него есть свое представление, навязано каким-то авторитетом, и он делает, как все, кто вот вокруг него находится, исходя из представления авторитета. Он ждет похвалы, и он впадает в истерику, в недовольство, когда это не совпадает с его видением, потому что авторитет сказал, так не надо делать. И прочее, прочее, прочее. А когда мы видим, что человек готов уже подключиться к чему-то и делать что-то, мы видим, что да, там он перешел уже следующий уровень и так далее. Вот славяно-русская варность позволяет нам понять, с кем можно делать дело, с кем нет.
И когда мне говорят: Алексей, ну что ты там про какую-то варность говоришь, вот давай там по копе будем жить, не это не учитывать. Да вообще какая-то варность для славян. Но это говорит о том, что люди или не понимают это, либо сознательно закрывают это для других с какой-то определенной очень нехорошей целью для нас, для всех. Так что как определить? Ну, это очень просто спрашивают, а как определить, это первая варна там, да или нет? Причем, еще раз говорю, это варна может быть нахождение и прохождение, у него на самом деле варна более высокая. Ну, во-первых, человек, который находится в первой варне, он всегда заботится о своем теле, о его благополучии этого самого тела. Поэтому, когда он приходит куда-то, неважно, в общину ли он пришел, устраивается на работу, он всегда задаст простой вопрос: что я с этого буду конкретно иметь? А у вас есть вот это, вот это, вот это, чтобы я вот тут мог свое тело нормально содержать? Какая у вас зарплата? Где у вас можно погулять? Где у вас можно отдохнуть? Где это, где это, где это? Какие песни, пляски проводите? И прочее, прочее, прочее. Это, как правило, первая варна. Даже если человек, он, предназначение его выше, но он проходит стадию первой варны становления своего тела, у него вот это вот все равно будут такие вопросы. Если мы говорим про вторую варну, здесь уже семья и род. Уже создание своей семьи, продление своего рода и так далее, улучшение его. И он тогда скажет: хорошо, с зарплатой у него все понятно, с условиями жизни понятно. Что есть для детей? Школа есть? Детский садик есть? Вы куда-то ездите с детьми, там проводите какие-то соревнования, курсы, мастер-классы, кружки? Что у вас есть на предприятии? Где будут мои дети заниматься свободное там, от безделья время? Да? Как они будут развиваться? Если человек третьей варны, он сразу говорит: мне это все понятно, и с детьми я все это понял, все устроится, все замечательно. Я хочу понять, для общества то, что мы производим, это полезно? Вот для общества, для моей общины, для моего общества. Потому что с детьми все понятно, я видел, все есть, и это сразу все увидел. А четвертый уровень, он спросит не для общества, а для мира вообще. Вот это предприятие, оно нужно? Вот я пришел, вы мне скажите, вот мир мы улучшим, если это все начнет, вот, запустится, начнет действовать. И вторая варна, он готов уже присоединяться на идеи, если ему скажут, что да. Третья варна, он, безусловно, готов уже сам это все делать. А четвертая, он в этом уже находится, в этом производстве. Поэтому первая варна, они всегда на подхвате. С точки зрения могу копать, не, могу не копать, если мне выгодно. Даже если он будет заражен какой-то идеей. Вот, например, идея державности. Он будет про эту державность говорить постоянно, он будет всем на каждом шагу доказывать, что без этого жить нельзя. Все его мысли, движения должны быть с точки зрения державности. Но как коснется его благоустройство, его тело, он всегда уйдет чуть в сторону для того, чтобы его тело получило какие-то дотации, какие-то бонусы, плюсы и прочее, и прочее, и прочее. Вот это такое, ну, легкое, скажем так, указание на то, как определить, кто передо мной с точки зрения нахождения, прохождения и предназначения. А вот что такое более подробно славяно-русская варность, я думаю, сегодня мы об этом не будем говорить, потому что, ну, эфир не этому посвящен. Просто вот раз задал вопрос, то надо мне ответить. Поэтому, когда ты сталкивался с людьми, которые говорили: я готов к тебе присоединиться, но после того, как я увижу, что производство запущено, что есть место, где я буду жить и так далее, знаю, что, скорее всего, это первое, переход во вторую варну. Если человек говорит: детей устроить куда-то, да, мне все нравится, но я не могу к тебе приехать, потому что вот детей некуда устроить, скорее всего, это вторая варна. И только третья говорит: я готов вместе с детьми сюда приехать, начать строить как-то Павка Корчагин, потому что никто, кроме меня, это не сделает. Я понимаю, что от моих сил, от моих усилий, от моих дел, от моих мыслей зависит будущее нашей земли, нашей общины, нашей державы. Вот это уже третья, уже четвертая варна. Это уже достаточно высоко. Вот и получается, что когда приходит с обращениями 50 человек, и все говорят: мы за державу, мы за общину, мы хотим, хотим, хотим. А как касается дела, то в том случае остаются 1, 2, 3. Это вполне нормально на сегодняшнем этапе, потому что большинство людей были задержаны в своем развитии варновости, в своем развитии на уровне первой, ну, максимум начальной второй варны. И поэтому они не готовы бросить какое-то теплое место, не готовы оставить какую-то работу и начать что-то делать, потому что на словах-то все здорово, хорошо, а вот что там будет, это неизвестно. И они сами не готовы продвигать это, они готовы участвовать.
И вот как только ты запускаешь предприятие, то вот в этом случае они сразу приходят и говорят: мы за это, вот возьми меня, вот я вижу, что у тебя все пошло, возьми меня. Вот с этими людьми можно разговаривать с точки зрения: у меня все готово, милости прошу к нашему шалашу, вот вам ложка, вот вам плошка, пожалуйста, вот горбушка хлеба, кушайте, не обляпайтесь. Вот такое мое видение. Извини, что долго. Ну, я ничего другого и не ожидал, в общем-то, в данной ситуации. В смысле, не ожидал, что долго будет? Да, что будет долго, да, развернуто, и что разговор мы как бы поварным заведем. И, в общем-то, часть поварным и детскости вот, до таких вот момента, потому что часть вот этих вопросов, они на самом деле связаны с детскостью, нежеланием брать вот ответственность на себя. Вот, и это хорошо, если человек будет заражен, ну, вот, державностью, и то не во всех случаях, да, это будет хорошо. А то, может быть, какой-то другой идеей заражен. То есть, ну, вот, я так понимаю, для писателя первой варна есть неприятие, там, если я сыроед, то я не принимаю там тех, кто не сыроед. То есть начинается вот это сразу столкновение. А, вы хлеб едите, его есть вредно, нельзя, это отрава и так далее. Такие крики начинаются. Ты прав, я сразу поясню. Вот первая варна – это уровень взращивания тела, а значит, это уровень детскости. А где есть детскость, там обязательно есть мнение авторитетов, которым заражен человек. И он всегда начинает на третьем этапе взаимодействовать с противоположными или рядом с находящимися другими детскими группировками, где есть авторитет. Вот один авторитет сказал: мясо надо есть. Другой авторитет: нет, мясо есть нельзя. Третий говорит: мясо можно есть только вот такое. Четвертый говорит: нет, вообще надо сыроесть. И вот когда маленькие дети приходят из разных вот этих группировочек, находящихся в первой варне, они начинают не решать дело, они начинают друг друга лбами, друг по другу лбами стучать, доказывая, кто круче, причем с точки зрения мнения авторитета. Потому что авторитет сказал, что мясо надо есть. Авторитет сказал, что мясо нельзя есть. Авторитет сказал, что мясо можно есть только по праздникам. Или авторитет сказал, что надо вообще сыроедить. И вот тут переключение будет не на то, что нужно сделать, а на то, совпадает ли это с мнением авторитета или нет. Это, как правило, начальная первая варна и так далее. Еще один указатель. Поскольку есть авторитет, значит, есть восторженность. Если вы встречаете восторженного человека, который, закатив глаза, заломив руки, рассказывает о том, как надо жить правильно на земле, чтобы была вот такая земля, чтобы вот так вот там эту семечку обсосать и вставить, что надо там кому-то поклоняться куда-то или прыгнуть три раза через костер, или там плюнуть через левое плечо столько-то раз, знайте, что это точно первая варна – или нахождение, или прохождение. И с таким человеком серьезного вы никогда ничего не сделаете, потому что он всегда находится под впечатлением от авторитета, его восторженность не даст видеть картину целиком, и он начнет вставлять палки в колеса, обижаться и впадать в истерику. И вот посмотрите, сколько поселений было создано такими впечатлительными, хорошими, добрыми людьми, и в конечном итоге, что за 10, 15, 20 лет существования поселений произошло? По большому счету, они превратились либо в какие-то дачные поселения, либо они полностью были разрушены, либо там еще что-то происходит, либо происходили разделения по этим маленьким группкам, которые сказали: вот, это, вот в книге так написано, а тут в книге так написано, вот тут такая религия, вот тут такая религия, тут вот это, тут вот это. И они расходятся там, и внутри поселения происходит там дележка посуды, дележка территорий и много-много чего такое. Вот встречались вы с таким или не встречались? Лично я с этим встречаюсь постоянно. Когда я куда приезжаю, ко мне одни и те же идут вопросы по поводу: а почему у нас ничего не получается? Вот как раз по этой теме мы сегодня с Олегом-то и общаемся. Опять я долго говорю. Да, ну получается такая картина, что присутствие даже некой идеологии или вот идеи, на которую восторженно клюнул народ, она не будет давать ту самую общинность, о которой мы все-таки говорим. Да? То есть мы не просто производство, да, открыть, мы хотим открыть общинное производство. Мы не просто задумали какие-то там направления поднять по принципу директор-подчиненный, а именно общинное производство в нескольких направлениях, плюс выстроить взаимоотношения не только в самих производствах, но еще между семьями. Да? То есть это вот именно ту самую, как выстроить общину. Тут у нас даже мысли, идеи посетили направить кого-нибудь в Донецк, Ростовской области, туда там пожить какое-то время, если там примут, конечно, нас, поделиться, может поделиться опытом каким-то. То есть вот такие моменты. А с тем уровнем сборки людей, которые сейчас есть,
Вот то, о чем ты говоришь, это прям очень сильно проявлено. Когда ты начал говорить про копное право, вот здесь надо учитывать, что копное право начинается не просто так по готовности. Копное право – это люди, которые превзошли первую и вторую варну по своей сути, которые находятся в третьей варне общинности. Для них уже общинность – это самое важное. И представь себе, когда малые дети играют в копное право, а сами находятся, например, в первой варне, они вот всем пытаются навязывать то, что вот сейчас сказал, там обиды пошли, там эти, ты ешь, ты не ешь, ты молишься, не молишься, прыгаешь, не прыгаешь и так далее. Вот с малыми детьми, которые не прошли первую и вторую варну, создать копу, о чем и я тоже говорил, невозможно. И когда мы говорим, что все сейчас заживем по копе, я говорю, друзья, прежде чем зажить по копе, это я повторяю еще раз, чтобы акцентировать, необходимо находиться по своему хотя бы по своей готовности, по своему мировоззрению, миропониманию и мироосмыслению, как минимум на уровне третьей варны. Это общинность, а это уже и у тебя должен быть возраст за 36, как минимум. Это у тебя уже должна быть своя семья, свое хозяйство, свой дом. Ты должен быть уважаемым человеком, ты должен правильно мыслить, должен правильно уметь донести свои мысли, уметь слушать и так далее. А слушать дети не умеют, дома у детей нету, они там снимают дом в лучшем случае. Детей полного круга или малого круга у них тоже нету. И много-много-много чего вписывается. А все говорят, давайте жить по копии. Я говорю, давайте жить. Только вопрос, мы-то подходим под это? И неважно, какая это будет там копа. В каком формате? Потому что принципы копы одинаковы. Важно, составляющие эту копу готовы или нет. Но это как бы вот акцент и жирная черта под той мыслью, которую я пытался донести. И поэтому про варны и про детскость я начал говорить. Да, и здесь приходится нам находить некий компромисс с людьми. То есть вот учитывая все вот это, приходится как-то предлагать уже не копу, хотя бы 75%, но четко выстроенную вот систему, когда принимают решения, принимают мужи, достигшие определенного возраста. Мы даже готовы ценз понизить, возраст с 36 до 33 лет. Вот. Без женщин. Но мужчина может со своей женщиной дома посоветоваться по важным вопросам, я так думаю. Ну, собраться в мужском круге надо. Вот, а будет... ты в данном случае сказал, без женщин, ты дискриминируешь женщин, что ли? Как-то опускаешь на вторую? Ни в коем разе. Просто это здесь женщина, она свою роль сыграет за кулисой дома. Она там именно, что нужно, она мужчине вложит. Вот. Мужчина, что нужно, донесет женщине. Это там внутренний, внутрисемейный процесс. А просто столкновение мужских и женских энергий на решение каких-либо вопросов, они это... Негоже женщине решать мужские вопросы. Ну, в общем, да. В общем, как и женщине ходить в мужских штанах. Вот смотри, меня тоже спрашивают, говорят, Алексей, а вот ты расскажешь про варность, а там же сквозит это мужланство, вот это сквозит, что мужики круче. Я говорю, кто он такой сказал? Ну, ты же говоришь про мужчин все время. Я говорю, друзья, вы опять отравлены цивилизацией и разделяете себя, женщин, от их мужчин. Они так... Ну почему? Я говорю, ну как? Вы все время принимаете, все примериваете с точки зрения женского начала. А вот он сказал слово «мужчина», а женщина упомянул. Так, ну-ка, галочку поставили феминистическую в его адрес. Так, он опять про мужиков сказал, нас не упомянул. Еще галочку поставили. А потом, значит, на тебя в суд Страсбургский, там еще куда-то, еще феминистические забастовки с плакатами, там, что Алексей козел. Так я говорю, друзья, если вы с точки зрения цивилизации к этому будете относиться, то тогда вот это все подходит. Тогда да, Алексей Козел, если вы относитесь с точки зрения того, о чем вы мечтаете, о державности, тогда давайте разберемся. Мужчина и женщина, они могут создать цельное, и исходя из этого цельного, они могут вот, проводить как раз то, о чем мы с тобой говорили. Если вы это не учитываете, ну тогда, в общем-то, понятно, и ничего доброго здесь нету. Иными словами, о чем я тут сейчас пытаюсь что подыскать? Если женщина является половиной мужчины, а мужчина половина женщины, то то, что в семье цельное рождается, оно выносится на круг
или на какое-то общение, мужчины, как представителя семьи и мужчина, защищает свою вторую половину. Вот о чем идет разговор. Если мы это понимаем, тогда вообще никаких проблем с точки зрения, кто круче, мужчина или женщина, не возникает. Вот так вот. Да, к сожалению, мы сейчас проживаем в то время, когда произошло разрушение, может, семейных уставов, и в том числе очень много одиноких мужчин и очень много одиноких женщин. То есть вот это просто наблюдается повсеместно, когда вот анкеты приходят, видишь, это все, конечно, горестно смотреть на это. Но нам-то ведь, по сути, мы ведь не только для второй и третьей варны общину создаем, она же там должна быть и первая варна, правильно? То есть надо какие-то правила игры такие вырабатывать, в которых всех задействовать. Но здесь вот какой подводный камень? Вот учитывая особенность первой варны или особенность детскости, то в отсутствие авторитета человек, который подвержен детскости, он сам хочет стать авторитетом. И он приходит, и если у него хорошие какие-то данные, актерские в том числе, еще что-то, то он вот этот свой авторитет может проявить, и многие подумают, что о, там пришел ну, нечто и кто-то. А по делу окажется, что не так. То есть и вот это вносит сумятицу некую. Вот как вот распознавать сразу на первом этапе, я вот понимаю, но это важный вопрос, который для создания именно общности людей надо видеть. Но что делать с обидами людей? Они же обижаются потом. Особенно первые варны, особенно люди, которые даже второй, третий варны, но они на уровне детскости находятся, они же могут обидеться и, в общем-то, невосприятие дальше происходит. Как нам дальше налаживать отношения после всего этого? То есть, вот такой вот вопрос возникает. То есть ты сейчас ко мне обращаешься за помощью решить эту простенькую проблемку? Да, я хочу узнать твое мнение. По сути, вот у меня такого готового ответа нету. То есть спустя какое-то время, ну, человек осознав, он возвращается и начинается нормальный диалог. У меня вообще чисто из опыта такой вот, надо хорошо поругаться для того, чтобы потом очень крепко дружить. То есть в самом начале провериться наши какие-то точки восприятия и невосприятия, а потом уже в соответствии с этими точками выстроить взаимоотношения, выстраивается связь. Но здесь все на самом деле просто. Поскольку мы говорим, что это все, что ты перечислил, свойственно первой варне, а первая варна – это дети, тогда и общение с ними должно быть на уровне детей. У тебя же есть свои дети, и совсем маленькие, которые не совсем маленькие. Вот как ты общаешься с детьми, которые начинают устраивать капризы? Ты идешь у них на поводу, ты им передаешь бразды правления своим домом, может быть, они захотят поурулить машиной на трассе. Пап, типа я устал сидеть, дай-ка я порулю машиной на скорости 120 км, например. Ты что, ребенка посадишь за руль только из-за того, что он начнет плакать и пищать? А ведь управление державностью, управление общиной, управление каким-то мероприятием, предприятием, это как раз вот, то же примерно, что управление автомобилем на большой скорости. Причем где не только ты один водитель, а еще и рядом находится штурман, твоя супруга, такой нафигатор. И там еще пассажир, который скажет, ты знаешь, давай туда вон заедем, вот, там вот это возьмем и так далее. И вдруг такие там 10 детей рядом сидят и говорят, Олег, стоп, давай-ка это, я порулю тут сам, потому что вы тут нифига не умеете, ничего не знаете. Вот если ты понимаешь, опять же, славяно-русскую варновость, тогда ты к людям, которые находятся в первой варне, будешь относиться как к детям. Ты будешь их любить, уважать, лелеять, холить, пытаться, чтобы они взросли, чтобы они достигли чего-то самого лучшего. Но при этом они все равно дети. Они члены твоей семьи, но они дети. И ты несешь за них ответственность. Мне кажется, вот так. Ну, с детьми вот своими вообще все достаточно просто. Ты либо говоришь о том, что правила такие, и отклонения от правил нету, либо смотришь на момент нахождения некого компромисса, если это не повредит общей канве, скажем так, или моменту воспитания. Смотришь, там момент такой вот двоякий. А здесь же с людьми вопрос вот как возникает. То есть вот он дает задатки человека, организатора, а периодически выстреливает детскость. То есть она вот в каких-то моментах, мне вот наш очень хороший, многоуважаемый общинник Сергей, он говорит, слушай, Олег, наверное, во мне вот детскость, она очень часто проскакивает. Вот прямо так, он мне это открыто это прямо сказал, вот очень часто. И
как-то вот как с этим я пока не знаю справляться. И мы поулыбались, глядя на это, ну, говорю, ну, будем жить дальше, что же теперь делать-то? Будем смотреть, взрослеть все вместе. То есть вот в любом случае с детьми проще, со взрослыми людьми в детском обличии несколько сложнее. Но это вот, на мой взгляд. То есть вот создание такого общества, общности поварновой структуре, она так или иначе должна поварновой выстроиться, это понятно. То есть это такая задача не из легких, особенно на первом этапе. Если бы собралось несколько сразу семей или было готовое устойчивое общество, то вот включать варновую структуру на привлечение людей, здесь все очень просто. Ты сразу пришел человек, ты его поговорил с ним, просил, понял, что он хочет, его чаяния, понял соответствие того, что есть у тебя на предмет его желаний, и понятно, подойдете вы, не подойдете, ну и посмотрел на предмет того, что он может дать общение, да, то есть и вот какое-то такое взаимодействие выстраивается. Мы же просто находились на стадии создания, и вот получается, что нам для организации на первом этапе необходимо именно привлечение людей второй, третьей варны для создания, которые потом смогут уже подтаскивать первую. Правильно я понимаю? Ты правильно понимаешь. Давай по порядку, значит, начну с конца. Третью варну привлечь очень сложно. Почему? Потому что в современной цивилизации третья варна уже где-то задействована. Их не так много. Ну вот, скажем так, в нормальных условиях бытия державы, в нормальных условиях бытия, первая варна – это около 50%. Вторая варна – это примерно около 30%, плюс-минус 5%, вот максимум 5% разрыв. То есть, получается, 50% – это первая, вторая – это где-то около 30%. Третья – это около 18%. 15-18 вот диазоль. И четвертый – это совсем чуть-чуть, это от 1 до 5%. Вот представляешь себе сейчас, третья варна, они на расхват, это руководители высшего уровня, такие державники, которые могут корпорации тащить, министры могут тащить. Я не говорю, что современные министры третьей варны, нет. Я говорю про то, что вот такие вот люди, они себя могут обеспечить, они могут запустить процессы, любые вообще, которые есть на Земле, вот они могут запустить. И получается, что ты сейчас, не доказав свою состоятельность, не общаясь с ними, вдруг ждешь, что они к тебе придут. Да они своими делами заняты, поэтому да, хорошо бы их привлечь. Но для того, чтобы привлечь, необходимо о себе заявить. Через что? Через средства массовой информации. Чтобы они хотя бы узнали о тебе. Через какие-то свои каналы. Или кому-то прийти лично и сказать, слушай, дружище, вот мы делаем вот это, хорош фигней заниматься, хорош пузырики лопать, иди к нам. Но средства массовой информации надо свое создать. И я всегда говорю, о чем бы мы сейчас не начали говорить, мы придем к средству массовой информации. Вот о чем бы не начали говорить. Свое честное средство массовой информации, которое всем будет доступно. Не сиськи-письки, не желтая там у кого какая розочка на трусах, а о том, кто мы такие, для чего мы и что нам дальше делать. И практика, практика, практика. Поэтому они сейчас заняты, и к ним надо целенаправленно вот прям обращаться, вот прям в лоб обращаться, сказать, да пойдем. Или через средства массовой информации, чтобы они нас увидели. А вторая варна, да, их побольше, поэтому это мастера, это ремесленники, это изготовители чего-то, это и торговцы сюда входят, и много-много кого сюда входит. Вот к ним уже, да, можно так вот обращаться. Они уже, поскольку шире, то вот их проще призывать. А первые варны, их еще огромное количество. Поэтому, когда говоришь сразу, идем играть, делать кулички, они сразу в очередь выстраиваются. Но если он увидел, что ты им не даешь формочки для куличиков, лопатки не выдаешь, у тебя нет песочницы, и это надо все еще сделать самим, вот тут возникает диссонанс в душе. Они говорят, как так? Ты нас позвал в куличики играть, формочки не дал, лопаточки не дал, песочки не насыпал, песочницы нет. А если есть, то нам песочек не устраивает. Вот я желтый люблю, а ты нам белый насыпал. Вот я мелкий люблю, а ты крупный насыпал. Все, играть не буду, песочницу. Вот, и так далее, и тому подобное. Поэтому да, первая варна – это те, которые всегда на подхвате. Они готовы, они быстро воодушевляются чем-то, но им нужно сразу все. Вот дай сразу все. Вторая, третья, они готовы созидать, но до третьей трудно достучаться, это уровень высокий, и с ними надо адресно разговаривать. А ко второй, да, может так прийти. Но как, вот ты сам же ковырялся в этих всех делах, ты же прекрасно знаешь, сколько людей из второй варны, которые готовы начать что-то делать, к тебе пришло. Вот которые, невзирая на какие-то неприятности в быте, какие-то сложности, они готовы что-то начинать делать. Много таких? Думаю, что нет, немного. Прав я, не прав? Прав, абсолютно.
вот, по вот, тем, которые в общине, они готовы действовать, действительно, но у нас ведь вопрос еще один основной, это слабое финансирование, слабое количество собственных денег, которые у людей есть. Соответственно, все, у меня нет денег, я вроде, чем я могу помочь? Наверное, ничем, то есть раз в сторону. На самом деле много чем можно помочь. То есть, и когда какие-то конкретные вещи начинают возникать, там люди начинают раскрываться. Более того, получилось выстроить коммуникации некие. Вот, создалась группа по обсуждению различных технологий. То есть это у нас такой вот процесс пошел. То есть вот именно по интересам каким-то моментам, то есть возникает, а действительно привлечение со стороны людей, которые готовы сейчас и вот с нуля выстраивать вот эту вот все наше задуманное, и действительно немного. Но я еще отвечу на первую часть, как с ними себя вести. Вот все равно, так или иначе, нужно учитывать уровень детскости. И если ты видишь, что человек вот находится в первой варне, и он вроде бы загорелся, вроде бы сказал «да», а потом он начинает в кусты отбегать, вот с ним необходимо действовать через хорошую поговорку, которую в свое время Алексей Васильевич Трехлебов сказал: «Развлекай, увлекай, увлекай, направляй». Но я добавляю еще следующее: «Направляя, действуй». Вот получается такая вот замкнутая конструкция на базе вот этой хорошей поговорки. И если ты с детьми начинаешь веселиться, играть, а только детей можно игрой привлечь, заставить их нельзя. Игрой, увлечением, какими-то сказками, яркими красивыми образами. И поддержать это тем, что у тебя есть формочки, лопатки, песочек нужного образца. И ты расскажешь, что песочек этот очень крутой, и он нужной кондиции, влажности, и покажешь, как это делать, и красивая сама песочница, у тебя выстроится большая очередь. Но необходимо создать условия для того, чтобы они к тебе пришли. Поэтому с детьми, независимо, большой ли это ребенок, маленький ли это ребенок, необходимо взаимодействовать, через, учитывая его детскость, через развлекая, увлекая, увлекая, направляя, направляя, действуй. Вот так вот. А вот теперь, как это все сделать, какие факторы? Это вот мы сейчас с тобой можем дальше, вот ты начал, давай дальше будем рассматривать. Факторов-то у нас прямо несколько возникает. Это вот основной фактор отсутствия самофинансирования, то есть при привлечении людей с ними приходит очень немного финансов. Это раз. То есть принципиально людей без финансов, их достаточно большое количество, но мы для этого придумали такую штуку, как создание потребительского общества для того, чтобы нам деньги. То есть такой вот вещь. То есть вот надо решать вопрос по финансов. Вот. И, соответственно, еще такой вот момент, инструмент, который мы ничего не применяли, это обращение к людям на помощь в организации производственной части. Вот. Я сейчас раскрою вот эти моменты. О, значит, какой момент? Оттачивание технологий. То есть вот путь выбран большого к малому, поскольку вот сразу вектор, давайте в большое бахнемся, то есть это от большой восторженности идет, и, в общем-то, ни к чему не приводит. Можно сейчас потерять там миллион, там полтора-два, так и не начав ничего зарабатывать. То есть надо минимизировать риски и выкладывать, значит, полностью производство, выстраивать от большого к малому по каждому направлению. Вот, допустим, по направлению хлеба мы сейчас принципиально подготовились уже к промышленному выпуску. Вот давай я сейчас буду картинки показывать, которые ты мне прислал, что там у вас происходит. Вот первое, где лежит хлеб испеченный, вот сейчас я запустил, и будет видно его. Ты пока рассказывай, я буду картинки листать. Да, для того, чтобы вот это все, значит, вот я сейчас буду говорить только про хлеб, но вот это можно все прям переносить смело на другие направления. Для того, чтобы начать, значит, хлеб, нужен, естественно, заинтересованный человек, это ремесленник, грубо говоря, да, вот. И, значит, нужно еще момент знания. То есть даже человек, который пек хлеб для себя, он, как оказалось, не обладает необходимым набором знаний
для того, чтобы делать это уже на людей, то есть делать это уже на некий большой круг людей. Соответственно, мы занялись тем, что прошло обучение, появились новые рецепты, закупили оборудование, появилось это оборудование, значит, дальше начали выпекать. Ну, по разной рецептуре, и причем у нас уже этот хлеб, по разной рецептуре у нас получилось несколько видов хлеба, причем у нас этот хлеб уже сейчас там приобретают, закупают лавки, вот Сергей у нас ездил в командировку, его не было здесь, и он, когда вернулся, неделю нету, народ уже просит, где хлеб. Хлеба нету, такого вкусного нигде взять не могут, вот, в общем-то, уже начинают запрашивать. То есть у нас в этом плане выстроилась вот эта система. То есть первое – это, значит, обучение, это знание. Причем по знаниям могу сказать так, что даже, вот, допустим, в разговорах вчера выяснилось, что есть куда совершенствоваться. Есть еще нюансы, которые даже при выпечке вот такого чудесного хлеба еще надо оттачивать, еще надо доводить до совершенства. Так, буквально вот по принципу подобия можно про каждое производство будет сказать. Начиная, надо со знаний. Знание здесь ведь не только как сделать. А дальше, если мы будем проходить производственную часть, то мы тут уже должны не только технологию вытаскивать наружу, мы еще должны законодательство смотреть наше, смотреть знания, как в рынок входить, вот эти знания сюда подтягивать. Здесь уже начинается общинное взаимодействие. У нас подтянулись люди наши, державники, которые помощь нам оказывают в плане продвижения дел. Вот. Общинники наши, значит, сейчас эту систему продвижения мы готовим в интернете. Вот. И думаю, что в скором времени мы выйдем на промышленное уже производство, ну как промышленное, на мелкий уровень промышленного производства, на первый, скажем так, уровень промышленного производства хлеба. Вот, помимо хлеба запустим там уже другие печеные продукции. В общем-то, рассматриваем сейчас вопрос о приобретении фургончика хлебного для продажи хлеба с фургона. Ну вот такие вот вещи. Ну вот, что тут еще сказать про именно производственную часть, нюансы какие. Давай эту картинку запущу, которая это, где лопата стоит. Что на сегодняшний момент вот такая картина больше наблюдается, когда люди восторженные приходят в общину. Да, заметьте, у лопаты ни у кого нету, да. Кто бы взял лопату и начал действовать, пока нет никого. Поле такое непаханное, да, там ручеек течет, а при этом все говорят про восторженность, там, про что угодно, но при этом лопата одиноко торчит в поле. Непочатый край работы, то есть прямо здесь делай не хочу, хочешь иди сарай восстанавливай, хочешь с лопатой перекапывай, хочешь ручей очищать. Вот у нас приблизительно сейчас именно так. Структуру надо выстраивать, то есть ее полностью с пониманием выстраивать так, чтобы было всем понятно, кто за что отвечает. На данный момент, на мой взгляд, это единственный способ двигаться более-менее осмысленно. Вот. Если мы опять свалимся в некое бесструктурное общество, где каждый сам за себя, и вот как мы уже копу с тобой зацепили, обговорили ее. То есть вот здесь вот некое стопроцентное большинство не приняли, всем подошло, не подошло. То есть здесь надо принять правила игры такие, что некое большинство, ну, по предложению нашему это 75%, оно в том числе будет внимательно смотреть за тем, чтобы интересы того меньшинства тоже отстаивались. То есть это как бы не разделение, это вот попробовать хотя бы на 75% принимать решение. Но в данный момент у нас есть единение на первоначальных этапах, есть взаимопонимание. Оно выстраивалось достаточно долго, то есть вот мы сколько, пару месяцев мы это взаимодействие уже тренируем, оттачиваем. Я думаю, что достаточно быстро. Вот в июле у нас сейчас уже первый общинный дом начинает строиться. Вот. Производство первой общины запущено. Но для того, чтобы оно стало окончательно общинным, это надо, конечно, еще вот
в производстве задействовать не только человека, который печет, да, но и людей, которые помогают в реализации. То есть вот это все увязки, все эти надо выстраивать сейчас. И вот чего не хватает? Вот, ну, понятно, что надо выстраивать, надо делать. Вот не хватает некой осознанности. Осознанности людской в каком плане? Я сейчас попытаюсь объяснить. Ну, вот, если будет понятно, значит, будет хорошо. Если не совсем, то лучше... Еще раз меня переспросить, то чтобы я мысль правильно донес. Люди чем-то заняты. Вот они чем-то заняты, они как бы в своей жизни начинают, ну, к примеру, я иду туда для того, чтобы заработать деньги, да. А дальше вот предлагается общинность, да, вроде бы тема такая обширная, это возможность реализации не только себя как тела, возможность не только обеспечивать свою семью потенциальную, но еще и развиваться несколько по-другому, да, более обширно, нежели предлагает цивилизационное общество. А вот уровень сознания, нахождение, проявленный вот в этом деле, он такой же, как я иду на работу. Понятно, о чем я говорю? Понятно, только ты сказал, вот ты идешь зарабатывать деньги. Ты абстрактно сказал про человека, что человек идет зарабатывать деньги, или ты про себя сказал, что я вот конкретно, Олег Бажин, иду зарабатывать деньги? Это я абстрактно про человека. То есть я вот на место его встаю, и вот он каждый день ходит на работу, зарабатывает деньги. Да? Для него эта форма бытия понятна. Для чего он пошел туда? Ну, заработать деньги. Для чего? Для того, чтобы обеспечить свою семью. Дальше мы им предлагаем некое взаимодействие. Давай общинно двигаться. Он говорит, слушай, тема интересная, давайте. Да? Двигаться общинно. Здорово, мы все начинаем двигаться. А вот уровень нахождения его в этом общинном деле, он такой же, как я иду зарабатывать деньги. Понимаешь? Ну, то есть представление о достатке у него остается цивилизационное, но себя он поставил в своем воображении представление на более высокий уровень бытия. И вот эта вот нескладушка, она будет и ему мешать, и вашему всему движению будет мешать. Ну, по сути, происходит просто момент такой, что люди привыкли мыслить ну, и существовать цивилизационно. Ну, вот я по-своему объясняю это так. Взаимодействие с людьми вот, в стандартных ситуациях, ну, задействовано где-то 10% меня, где-то 20%, где-то 30%. А на 70% там, взаимодействую я с некоторыми людьми, а с кем-то на более высоком уровне, то есть когда много частей меня занято. Не только я в какой-то одной ипостаси, когда человек меня может обозреть с разных сторон, и я его вижу с этих сторон. Мы начинаем взаимодействовать на многоуровневые вещами, да, то есть на нескольких уровнях. Это один вид. Цивилизационное взаимодействие, оно подразумевает очень упрощенный вид, это недаром взращивает именно просто общество потребления, то есть взращивает потребителей. Здесь пришел, получил, да, сделал, дали. То есть вот простейшая форма. Там не учитывается твое внутреннее состояние, никому абсолютно всем все равно, что ты в этот момент чувствуешь, да, то есть это все не учитывается, эти части тебя, они вообще закрыты. И, соответственно, люди, когда в общинность входят, они входят приблизительно так же, они входят в том же самом состоянии, то есть вот требуется раскрытие, именно осознанность, именно сознание для того, чтобы человек двигался более раскрыто. А то получается, как бы взаимодействие выстраивается на, как бы скажем так, на низких уровнях, да, а требует нечто высокое, при этом не вкладывая там и не раскрываясь там, и не взаимодействуя там. Вот такой вот момент. Сейчас понятно? Да, все верно. Я понял, да, хорошо. Ну, понятно-непонятно, наверное, наших радиослушателей и зрителей спрашивать. Если непонятно, то, пожалуйста, пишите комментарии, реплики. Кстати, я не напомнил, что вопросы, комментарии, реплики мы принимаем только на тех сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это slavradio.org. Slavradio пишется одним словом, латиницей. И у нас есть еще канал в Ютубе, youtube.com, косая черточка называемая, слэш, Славрадио. Славрадио тоже пишется латиницей одним словом. Так, ну и что дальше с этим делать? Вот ты все рассказал, дальше чего? Как ты видишь, выходы какие? Причины, проблем? Ну, я вижу здесь вот момент, это постоянное взаимодействие и вытягивание людей на более высокий уровень сознания. То есть работу с ними некое предполагается на постоянной основе. То есть впоследствии, да и вообще это очень часто в любых обществах создается некое общее обучение, в котором вот,
будет подтягиваться все эти уровни. Опять же, моменты возникновения страхов, это вот глобально. То есть это может перекрывать вообще все, любое движение. Ну, это сейчас мы возвращаемся к моему семинару «Родовая нить. Как жить без страхов», да, «Основе основ», с которого всегда везде начинаю, и все говорят, как все интересно оказывается. Да, да, именно так. То есть вот у нас, ты к нам приезжаешь в Нижний Новгород 26 августа, вот, и 29-го, вот 30-31 у нас будет семинар твой. Я думаю, что много вопросов мы как бы уже будем решать на этом семинаре. Потрясете меня, как бедную липку, да, потрясете, обдерете вопросы. А как ты хотел, конечно. Не, по-другому никак. Покой нам только снится. Хорошо, в августе встретимся. Бейте меня, бейте. Вот, возникла общая идея, общая, прям это вот поголовно, идея создания фестиваля некого, то есть некого мероприятия обширного, в котором мы как организаторы выступим, вот, и концепцию мы сейчас продумываем, да, я сразу могу сказать. Но что это может дать, возможность, какую дать нам решить, вот, какой вопрос это решит? Это, по большому счету, в очередной раз какие-то аспекты нашего внутреннего взаимодействия поможет нам наладить. То есть раскрыть то, что мы еще не увидели между друг другом, и, значит, опять же, сблизить. То есть мы даже, бывает, и где-то ругаемся, вот. Но ругаемся мы не просто ради того, чтобы поругаться, а ругаемся мы для того, чтобы найти истину. Мы ее находим, смотрим точки свои. То есть это взаимодействие, оно выстраивается в реальных делах. Путь решения всего этого, конечно, путь решения реальных дел. То есть как только мы начнем действовать, как только люди берут ответственность за свои действия, самое главное, чтобы все не происходило по принципу, когда мы критикуем, предлагаем, значит, и просим какой-нибудь там нам готового человека. Потому что критика без предложения альтернативы, это, в общем-то, несущественно вообще в принципе. Вот просто критиковать со стороны, ну, вообще нет. Это неправильно. Такой критики очень много. Если критикуешь, значит, у нас правило такое, предлагая альтернативу. Если предложил альтернативу, значит, предлагай пути ее решения. А если уже начал предлагать пути решения, значит, бери и решай. То есть бери кого-то себе в помощь, или кто-то тебе вызовется, и начинай решать. А раз решаешь и отвечаешь за какой-то момент, значит, отвечай за него реально. Бери ответственность за результат. Ну да, да, все правильно, потому что если оставлять в формате разговоров, то ничего доброго не получится. И вот когда мы говорим про то, что каким образом взаимодействовать с детьми, которые еще не перешли уровень первой варны, когда они заботятся о своем теле, так или иначе, напрямую или там косвенно, или прикрывают это, то здесь как раз вот развлекая и увлекая, оно очень важно, вот это понимание. Если ты с ребенком не занимаешься, не даешь ему какие-то новые видения, если ему не интересно это направление, то ничего с ним сделать невозможно. А когда он увлечен, когда он чувствует к себе внимание, что он понимает, что он с такими же людьми, как все, это делает, и это радостно, он шагает в ногу, то шагает дружно в ряд, пионерский наш отряд, ну и так далее. И он счастливо движется, он развивается, ему все в кайф, ему все нравится, все здорово, все хорошо. Поэтому всегда необходимо уделять внимание тем, кто находится на стадии своего становления. Ибо если он не пройдет эту стадию через увлечение, развлечение и направление, то из него может вырасти вообще непонятно что, что-то ужасное. Либо он так и останется в своих вот этих криках, воплях и соплях. Так что первое – это постоянные встречи, это надо понимать. Раз в неделю вы встречаетесь обязательно, неважно, просто поговорить, попить чаю, обсудить какую-то проблему, попеть, потанцевать, сходить совместно на какое-то мероприятие, организовать там совместную закупку, потанцевать вокруг костра, просто постоять у костра, посидеть под гитару, пославить там кого-то или там какую-то мантру спеть. Неважно, вот что вам нравится, что вот вам ближе всего, то и делайте. Но обязательно это должно войти. Это такое вот в совместное какое-то, пускай еще не дело, но явление, происхождение.
Так что вот это обязательно имейте в виду, на это обратите внимание. Совместное какое-то действие, совместное проявление. Ну да, именно об этом мы и сейчас и говорим. Вот, с точки зрения фестиваля, именно об этом я и сказал. Да? То есть как бы это посмотреть вообще, кто встанет в организаторах, кто встанет в помощниках. То есть люди не находят способы своего участия, когда им предлагаешь, что-то из этого может взять на себя с соответствующей ответственностью за результат. То есть человек сразу говорит, у меня мы на регистрацию доготовим документы по потребительскому обществу. Один человек сразу отказался, он говорит, я не готов стать учредителем. Учредитель – это тут ответственность, субсидиарная ответственность. Вот. И, в общем-то, я готов нести ответственность только за себя. Но при этом в обучении он не отказался участвовать. Да, и еще тоже понять, если ребенок какой-то или человек какой-то, неважно, ну, живое существо, говорящее на нормально, доносящее мысли, человек, да, то бишь, неважно, маленький он или большой, отказывается что-то делать, ни в коей мере нельзя его заставлять это делать. Ни в коей мере. Ибо даже если вы заставите его что-то делать, он сделает все равно с точки зрения или своего «не хочу», тем самым испортит это дело, либо с точки зрения своего представления об этом деле. И оно пойдет не так, как изначально вам бы это хотелось. Поэтому если вы видите, что по каким-то причинам человек не готов это делать, то не надо его заставлять. Есть такая поговорка. Даже маленький ребенок может привести коня к реке. Но даже 40 здоровенных мужиков не могут заставить ее пить, если конь пить не хочет. Вот это вот учитывайте. Ну, право выбора никто не отменял, по большому счету, да. То есть, как бы, право выбора надо предоставлять всегда. Это, на мой взгляд. Всегда вы будешь, не будешь, пойдешь, не пойдешь. Это важно. Потому что, действительно, как ты говоришь, это добровольный выбор или добровольное решение на себя взять какие-либо действия, они приводят к одному результату. Если заставил, то может быть только хуже. Ну, бывают и такие моменты, человек согласился взяться за это дело, но он его просто не подтянул. Потом смотришь, дело стоит, приходится заново перераспределяться, уже менять в команде кого-то. Вот я еще, знаешь, какой аспект хотел затронуть вот, в плане общины. Вот, насколько я понимаю, если бы вот мы сейчас взаимодействие выстраивали только лишь в общении на земле, и среди тех, кто на землю как бы спустился бы, построил дом, вот, участвовал в производственной общине, наверное, у нас бы здесь совсем было бы все тяжко. Потому что это некий такой вот замкнутое общество, которое там, вот, как я гляжу по опыту, многие там выше 5 семей скакнуть не могут вообще. Вот мы сейчас задействовали людей с города, с других городов. И у нас получается, что возможностей стало больше. Другой вопрос, что мы еще не совсем все как бы выстроили так, как нужно, в единый вектор, о чем я вначале сам не говорил. Вот. Но тем не менее, возможности, они ну, как бы поражают воображение на самом деле. Я вот тут был в Богородском районе, конференция происходила, в точке роста искали как раз Богородского района, через самобытность Богородского района. Вот, и проводил ее центр урбанистики, прикладной урбанистики. Это и московский центр. Вот у них там есть подразделения, в том числе в Нижнем Новгороде. Искали мы моменты взаимодействия, как можно найти какие-то вещи, какие-то идеи для того, чтобы Богородский район начал расти, процветать. Они с точки зрения цивилизации пытались подойти. Ну, я выдвинул идею как раз общинную, некую кооперативную, взаимодействие фермеров богородских, производителей различных, ремесленников через потребительское общество и донесение до каждого потребителя этой продуктовой, к примеру, корзины. На что преподаватель СМГУ, как раз ведущим был, он говорит, ну, идея, конечно, такая не нова, говорит, в Москве-то вот там есть же. А вот здесь-то вот вообще кто готов? И когда больше половины зала подняли руки, он говорит, да, слушай, поддержка-то хорошая. Кстати говоря, одна из больших таких идей, которая нашла действительно поддержку в обществе, которое было там. А там были представители администрации в том числе, вот, представители министерства нижегородских, ну, в общем,
разные там фермеры были, были просто заинтересованные лица в Богородске, были представители культуры. Очень много, кстати, представителей культуры были. Все жаловались на то, что тоже у них не выстроено взаимодействие ни с кем. То есть все проблемы в нарушении взаимодействий. То есть, по сути, вот этот вопрос, который мы решаем, о общинности, то если его немножко расширить и сказать, вот, общинность это некое совместное движение по заданному направлению, да, то есть вот, то решая вопрос, любой вопрос сообща, мы можем достигать больших результатов. Вот. Если мы этот вопрос ставим очень широко, то как наше совместное проживание, решение наших непосредственных бытовых вопросов, решение наших вопросов духовных, духовного развития, материального благополучия, то, конечно, это уже такое более глобальное. Если мы в решении этих наших вопросов материального и духовного развития ставим вопрос уже развития мира, да, то есть тут уже начинается выстраиваться державность. То есть вот, вот эти вектора, подача этих векторов и нахождение путей объединения по движению в этих направлениях, вот это, конечно, самое главное сейчас. Грамотно и правильно. Не вот, вот сразу давайте все, в державность идем. Да мы еще не видим на самом-то деле, как эта державность она будет дальше. Вот, вот нам надо по кирпичику создавать основу державности. Это немножко другая задача. Вот когда мы начнем основу державности создавать, мы немножко по-другому будем смотреть. Вот давай так. Во-первых, какая должна державность, наверное, у многих людей уже представление сложилось. Но это только проект. Вот это проект, где есть, может быть, какие-то незаконченные узлы. Да, если вот смотрим на проект целиком большого там, дома или какого-то строения, завода, там, предприятия. Понятна цель, понятна идеология. Но для того, чтобы войти в этот проект, необходимо строители, которые это построят. Необходимы конструкторы, которые все с точки зрения инженерного мастерства просчитают, каждый узел. Да? Вот мы нарисовали, а теперь давайте рассчитаем. Необходимы материалы, необходимы условия, необходимо то, сё, пятое, десятое. Вот сам проект державности, в общем-то, в мозгах у большинства людей уже как-то зреет. Вот, ну, понятно. А теперь необходимо свои усилия приложить, чтобы к этому проекту прийти с точки зрения уже его возведения. Вот, наверное, вот так вот сегодняшняя ситуация выглядит. Потому что о державности говорят все, кому не лень. Кто-то в большей степени обрисовывает ее, кто-то в меньшей степени, кто вообще там готов по деталям все разложить и представить. Но без нашего участия, без нашей готовности этот проект так и останется проектом, это державой так и не станет. Это будет, так иностранным словом, проект. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому наша готовность, о чем я говорил в самом начале и о чем ты, Элик, говорил тоже в самом начале, от нее зависит, этой готовности, воплотится ли это мечтание, этот позыв, эта необходимость, либо нет. И вот для того, чтобы это воплотилось, чтобы там и КОПа заработала, и то заработало, и все, и 5-10, необходимо соответствовать этому. А это означает, что если это инженер, то он должен быть инженером не на бумаге, а по своей квалификации, по своему мастерству. Если это ремесленник, он должен быть не ремесленник по названию, а уметь этим ремеслом заниматься и применять его в жизни. Если это счетовод, он уметь должен считать. Если это столяр, он уметь должен столярным делом заниматься. Слесарь – слесарным. Космонавт должен в космос летать. Ну, условно, да? Перестать себя называть просто тем, кто нам нравится. Ну, например, космонавт – слово хорошее. Или астронавт – вообще звучит круто, да? Но чтобы стать космонавтом, необходимо быть космонавтом. То же самое – назвать себя Копеном может кто угодно. Вот возраст 36, все, я Копен. Ну ладно, какой ты Копен? Назвать себя можно кем угодно. Хочешь, тебя утюгом назови, хочешь, себя космонавтом назови. Я к тому, что наше соответствие определит возможности становления державных устоев, а не разговоры о державе. И вот тут проблема, что мы пока еще, к сожалению, во многом не сложили в себе державность, чтобы ее вынести в этот мир, чтобы держава проявилась. А сам вот проект державы, он уже более-менее зреет. Так что давайте разделять. Представление о державе есть. Хорошее, плохое, полное, неполное, но оно уже складывается. А вот тех мастеров, которые это, тех ремесленников, тех умов, которые создадут ее на практике,
пока еще не так много, мы только к этому начинаем подходить. Вот отсюда и вот эти нестыки происходят. Восторженности всякие, дерзкости и так далее и тому подобное. Мне что-то подсказывает, что направление, которое мы взяли на создание общины не только на Земле, а и в городе, то есть создание межпространственной такой общины, когда из другого города к нам тоже люди примыкают, и начинается выстраиваться взаимодействие в разных группах, в том числе с разными городами, да, там по направлениям, которым людям интересно. Там, по изобретениям, допустим, у нас сейчас есть общение с человеком, который сказал, я хочу быть с вами, пока не могу там приехать, но мне интересно вам помогать с точки зрения изобретений различных. И вот они с людьми, которые у нас уже были, которые тоже занимаются изобретениями, начинают взаимодействовать. То есть вот это направление, взятое на то, чтобы мы не только замкнулись на тех, кто, допустим, только не ест мясо, только там сыроедет, только еще что-то, еще какие-то там ограничения воткнули, сказали, мы смотрим на здравомыслящих людей и смотрим на то, на его готовность действовать и брать ответственность за результат. Его готовность присоединиться и сложить свои усилия в общий вектор. То есть вот на такие вещи мы стали смотреть. И с какой-то вот такой момент категоричности мы его в сторону отбросили для того, чтобы... Это не всем нравится. То есть многие говорят, а зачем я что буду там сидеть рядом с тем, кто есть будет хлеб там и все остальное, вы там будете хлеб готовить, а я буду... А я всем расскажу, что вы их травите. Ну, то есть, вот до такой степени было. Хорошо. Так, еще какие у нас подводные камни есть? Какие еще причины неудачи? Как из этого вылезать? Ну, основной вопрос – это вопрос финансовый. И в финансовом вопросе здесь встало что? Отсутствие личных сбережений и средств. То есть, обнищание населения, ну, достаточно в таком серьезном уровне проходит. И это уже вот со всех сторон признается многими, даже достаточно богатыми людьми или обеспеченными. Потому что они это ощущают сейчас на себе в том числе. И этот вопрос, он требует решения, потому что, по сути, для большинства, не большинства, почти для всех, основа жизнедеятельности – это основа вот, достатка в семье. То есть вот, хотя бы чтобы нам было что есть. То есть нам надо такую сейчас устойчивую систему создать, которая бы нас кормила, чтобы мы завтра не померли с голоду, да, что называется. Вот это важный момент. И, допустим, создавать производство чисто на свои финансы сейчас очень сложно у нас выходит по всем нашим расчетам. То есть нам требуется привлечение средств либо людей, либо заинтересованных лиц вот в будущем для того, чтобы мы готовили эту площадку, экономическую базу. Ну и мы нашли путь решения, это создание производства потребительского общества с генерацией, скажем так, денег, которая бы нас поставила бы на уровень обеспечения в течение там, 3-4 месяцев даже без открытия нами производства. То есть вот так. Такой инструмент мы тоже подтянули сюда, для того, чтобы выстроить устойчивую систему. То есть проблема финансовая, есть пути решения, значит, я их обозначил. Есть, значит, моменты важные, это низкий уровень понимания процессов, то есть не все были задействованы в читании законов, в изучении законов, не все были задействованы в документооборотах. Сейчас приходится многим это дело как бы изучать, смотреть, вникать. То есть вот момент образовательный, он очень важный. Или, как сказал, при открытии производства это необходимо. Также при открытии, при совершении любого действия осознанного это тоже необходимо. Ну, если бессознательно что-то делать, ну, тогда как бы бессознательно что-то произошло, ты не знаешь что, почему так, ты тоже не знаешь, потому что не знал правил игры, то есть, ну и так далее. Выводим сейчас на уровень того, чтобы действие было осознанное, с пониманием ответственности, с пониманием закона, с пониманием правил этих, которые есть сейчас, правил игры, с пониманием документа оборота. Ну, вот такие вот моменты есть. Ну, это замечательно, это здорово. Что-то еще?
Ну, вот по основным моментам, мне кажется, мы прошлись все какие-то мелочи. Это раскрытие все-таки проявления детскости вот, в большинстве своем, с чем мы встретились. Просто этого очень много оказалось. Как с этим действовать, оно, в принципе, понятно. Взросление будет происходить постепенно, я так понимаю, в любом случае. Каждый из нас в своей жизни вот какой-то детскости так или иначе на определенном этапе избавляется. Когда что-то познает, что в чем-то мудрствует уже, становится умудренный каким-то опытом и уже не возвращается в это состояние никогда. Ну тогда еще несколько добавочек, таких горячих блинчиков можно сюда подбросить с моей стороны. Первое. Когда человек понял свой уровень бытия, в свой возраст, когда он перешел вот уже из детскости во взрослость и начинает что-то делать, он остро чувствует необходимость не просто соратников, которые здесь начнут делать поиск таких соратников, а поиск тех, которые в других местах уже это начали делать. Потому что он понимает, что просто так реализовать ту продукцию, которую он со своими соратниками будет производить, не всегда просто. Вот на первом этапе, да, там, ну, 20 буханок хлеба испекли, там, 20 килограмм произвели чего-то, там, какого-нибудь чая, что-то еще, сухофруктов. Это все расходится. А вот когда мы уже переходим на уровень тонны или десятков тонн, то мы сталкиваемся с проблемой, что или конкуренция есть, либо сбыта нет, либо еще что-то, еще что-то, еще что-то. И вот только совместные деяния руководителей или ответственных людей, назначенных руководителями одной общины, другой общины, одного кооператива с другим, то есть воссоединение в единое, уходит от конкуренции. И вот человек, который достиг определенного уровня мастерства и перешел в состояние человечи, он тогда уходит от конкуренции и начинает совместно объединяться с другими предприятиями, с другими производственными общинами, и происходит такое объединение в один общий большой кооператив, где есть варианты сбыта, варианты производства, получения каких-то компонентов для этого производства, технического обеспечения, навыков и так далее. И мы тогда уходим из состояния получения прибыли, задача получения прибыли, в состояние быть в достатке. Вот современному человеку это непонятно. Как так? Как без прибыли? Что значит быть в достатке? Когда вы получаете из своей общины или из большого кооператива все, что вам необходимо, трудитесь примерно 5-4 часа в сутки, и при этом не нуждаетесь в каких-то дополнительных вливаний денег или чего-то еще. Вот это можно достичь только когда у вас кооператив большой, охватывающий разные области, ну, к примеру, там Россия, возьмем там Россию, потому что страна большая, как с севера на юг, так и с запада или там с востока на запад. Вот мудрые люди, они объединяются, и тогда они уходят из конкуренции, обмениваются своими выработками, обмениваются какими-то исходными данными, опытом, и у них появляется план взаимодействия. А маленькие дети, они все время начинают конкурировать. Им нужна, поскольку похвала, и нужно доказать свою значимость, они все время там меряются айфонами за углом, коронами, которые на уши давят и прочее, прочее. Вот это первое. Первый показатель, что мы готовы объединяться. Это уровень уже второй и третий взращивания своего. И еще стадии управления. Вот об этом мы не сказали. А это тоже проверено жизнью, как и варность проверена уже, как и детскость проверена уже. И вот сейчас то, что скажу, это тоже проверено. Как-то давным-давно с одним человеком я разговаривал, и он сказал, вот я еду там на землю, я с детьми, там было двое детей малых, молодая жена, мы едем на землю, мы вот сейчас там место себе прикупили в другом регионе, вот, и все, ко мне он заехал, потому что по дороге было. Я говорю, что ты хочешь там делать? Он рассказал, вот это, вот это, вот это. Кто там есть? Вот эти, вот эти, вот эти. Чем можно заниматься? Вот этим, вот этим. Я говорю, здорово. Тогда, исходя из всего, у тебя только вариант один на сегодняшний момент. Это не копное управление, потому что там еще не готовы ни вы, ни они, а это вариант Пиночета. Он говорит, да ладно, что это такое? Я говорю, ну Пиночет это который вот залез на бочку, сказал, я вам сейчас помогу организоваться, собрал вокруг себя тех людей, которые могут что-то делать, он к ним прислушивается, но выносит в конечном итоге, сам управляет, выносит окончательное резюме, он и так далее. И направляет людей, расставляет их по местам. Он такой, да ладно, что ты? Я говорю, да почему ладно-то? Пиночет это первый уровень.
Второй уровень – это король Артур, когда он уже выходит из центра, садится в круг, также всех спрашивает. Да, он выносит общее какое-то решение, но при этом каждый голос учитывается. И вот только третий этап – это копа, когда он уже вообще уходит в сторону, и копа живет своей жизнью, потому что он ее подготовил, потому что взрослые дети, и там есть определенные уровни взращивания. Например, Пиночет – это правление в течение 5-10 лет. Артур – это еще примерно 5-10 лет. Вот до тех пор, пока вырастут молодые общинники, которые вот здесь вот пришли или малыми детьми, или родились здесь. Вот только они смогут жить уже при короле Артуре или уже при копе, когда для них это будет естество. Получается, что где-то 10 плюс 10 – там 20 лет, и где-то там 36 мы доходим, те, которые молодыми людьми сюда пришли и впитали. Вот только тогда ты можешь перейти уже на короля Артура, перейти уже на копу, а до этого нет. Но он со мной стал спорить, что нет, это все ерунда, все, что ты говоришь. Прошло несколько лет, и говорит: Алексей, как ты был прав? Вот все это не учитывал, я теперь пожинаю плоды того, что это не учитывал. Я был восторженный, я начитался правильных книг, таких красивых, и я думал, что вот сейчас я приеду, ему тут все копены такие, тут все прямо общины, тут круги, и все мы сейчас решим. В конечном итоге ничего этого не получилось, и в конечном итоге он заявляет, что вот если бы я тогда послушал, то все бы стало на свои места. Исходя из сегодняшнего этапа бытия нашего и развития кооперации и общинности, я вижу, что начинать даже надо не с Пиночета, а начинать надо в некоторых случаях, скорее всего, придется начинать с директора. Директор – это который окружен в большей степени детьми. Это первое варна становления. И детям необходима конкретная организация, конкретные установки по бытию, меры бытия, трудовой график, зарплаты, обеспеченность, жилье и так далее и тому подобное. Их больше. Поэтому директор всегда нанимает людей, выплачивает им зарплаты, заботится о том, чтобы у них все было хорошо, и все здорово, все отлично. На втором этапе только подключается Пиночет, который из этих детей, взрастив их, подтягивает к себе поближе тех, которые державно мыслят. Те, которые готовы брать ответственность на себя. И он начинает уже не просто их расставлять по местам, а он начинает спрашивать, а если мы сделаем так, что будет? А вот так, что будет? И так далее. И принимая во внимание их ответы, понимает, достигли они определенного уровня или нет. Мало того, он межотраслевые направления начинает соединять. Например, ты вот этим занимаешься, ты вот этим, ты вот этим. Ну-ка, собрались вместе, давайте поговорим, как чего. Прислушивается к ним, дает им советы, выводит их на новый уровень, взращивает. Но решение принимает он. Это второй этап, это Пиночет. Он руководит. Третий этап, когда он уже взрастил этих людей и когда уже подтягиваются молодые люди, достигшие там 18-20-летнего, там 30-летнего возраста, вот тогда он переходит уже в короля Артура, потому что эти уже взрослые, они на своих местах себя проявили, готовы брать ответственность. И вот как король Артур, он выходит из центра, с трона слезает и начинает взаимодействовать за круглым столом. И вот когда уже проходит стадия короля Артура, вот только тогда копены взрослые, общинники, на которых он может опираться, позволит создать круг, копу и прочее, прочее, прочее. Но представляете, сколько нам нужно пройти, прежде чем войти в копу, прежде чем создать свою общину хотя бы на уровне короля Артура. И вот многие люди, почему я об этом заговорил, многие люди, такие вот, которые хотят это сделать, они не учитывают этих стадий становления и натыкаются на одни и те же грабли, поскольку им неведома славяно-русская варновость, они не понимают про детскость, они не понимают, где сейчас находятся люди, в каком состоянии, а живут только своим представлением о том, как бы хорошо было бы. Вот их представление их и губит. Поэтому все, о чем вот сегодня мы говорили в нашем практическом эфире, наверное, надо намотать на ус и попытаться это применить в действии, чтобы потом не говорить: Алексей, Олег, как вы были правы, а я вас как-то вот не слушал, не слушала, и вот потом натолкнулась на какие-то проблемы. И вот здесь как раз действует прекраснейшая поговорка: дурак учится на своих ошибках, а умный на ошибках дурака. Поэтому если вы умны, воспринимайте вот эти все симптомы проблем, эту симптоматику вот эту проблематичную, все эти болезни, и, учитывая это, не повторяйте ошибок, а взяв ошибки на вооружение, проложите их на своей карте. Здесь рифы, здесь камни, здесь омуты, здесь мелководье, тут еще что-то. И, огибая их, двигайтесь к своей цели, цели державности. Ну и еще в заключение у меня такое предложение. Вот смотрите, что происходит, когда мы
самонадеянно начинаем что-то делать. К примеру, какой-то человек, у которого есть, ну, представим так, 5 миллионов рублей в загашнике, он решил организовать свое производство. Ему кто-то там в какой-то книжке написал, что вот сейчас тебе белочка принесет орешки, вот сейчас тебе кабанчик спашет землю, сейчас птички там вот это посеют, сейчас вот это вот выдра там будет пасти рыбу, сейчас тебе рыба натаскает твой пруд, и вы сделаете такое предприятие, у вас сам иван-чай будет прям на корню взращиваться и сам ферментироваться начнет, и ты только будешь его собирать и уже готовы продавать. И вот он, загоревшись этими идеями, берет эти 5 миллионов и вкладывает, как ему кажется, в дело. И в конце года он видит, что, оказывается, выдра всю рыбу сожрала, что иван-чай на корню засох, и он не подходит для ферментирования, и что птички все зерно склевали, бурундуки все орешки потаскали, кабанчики вырыли все комнаты, его, корни его топинамбура и другое, и разбежались по лесам. Он сидит такой в своей вот этой баннерной сторожке, потому что денег на нее уже на нормальный дом не хватило, ну или там в каком-то теремке маленьком, и переживает. Ну как же так? Я же все делал по инструкции по этой книжке. Я же все делал по тому, как мой авторитет говорил, а 5 миллионов и исчезло, и нету их больше. И теперь взять неоткуда. Но я же такой умный. Почему же такая глупость получилась? Ну вот это все касается того, что мы говорили, там детскость и прочее, прочее, прочее. Но все-таки, как можно избежать таких проблем? Ведь дурак учится на своих ошибках, а умный на ошибках дурака. И вот смотрите. Сейчас происходит становление вот этих производственных общин. В частности, Олега Бажина. Я предлагаю подумать о следующем варианте. Связаться с Олегом, тем людям, которые хотят проверить на практике что-либо. К примеру, вот печенье хлеба, производство хлеба, продажа хлеба или там производство еще чего-то, продажа этого чего-то, изготовление. Ну, то есть весь цикл. И сказать: Олег, а давай-ка так, ты нам укажи счет, на который, к примеру, мы сбросим тебе вот на этот проект там 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей, может 100 тысяч рублей. И ты этот проект запустишь. То есть всенародно вот мы сбросим тебе на этот проект, например, наберем там 1 000 000 рублей. И ты обязуешься перед нами, что этот проект запустишь, вот эти технологии проверишь, действуют они, не действуют, внесешь какие-то поправки. И в дальнейшем нам пришлешь, как инвесторам, отчет о том, что действенно здесь, что не действенно, с чего начать, с чего не начать, можно ли к тебе подключиться, либо нельзя к тебе подключиться, можно ли нам в конечном итоге, если мы такие умные, самим что-то сделать, либо не стоит это делать, если делать, то как? И вот в этом случае тогда, если вы пожертвуете малыми деньгами, например, там 5-10 тысячами рублей, вы сэкономите, грубо говоря, там 5 миллионов рублей, если бы начали это делать сами с нуля, потому что ошибки одни и те же у всех происходят. И платить за свои ошибки, например, тысячи людей захотят это все делать, ну что, тысячу людей по 5 миллионов в землю зароют и все? Так не проще ли этим тысячам людей сброситься, например, там по 5 тысяч рублей тому же Олегу, сказать: Олег, ну-ка давай на своей голове шишки набивай, ну-ка давай это проверь и нам покажи, работает это или не работает. Мудро? На мой взгляд, мудро. Общинно? На мой взгляд, община. Державно? Да, державно. И Олег тогда может уже рассказать, что вот это заработало, вот это не заработало, а вот тут лучше сделать вот так. Вы экономите огромные суммы денег, понимаете, куда можно двигаться, с кем можно двигаться, что делать, что не делать. Вот я вижу, что вот такой вариант очень бы, на мой взгляд, подходил на сегодняшний момент изучение того пространства, в котором мы оказались, без набивания шишек себе любимым. Что скажешь? Вариант замечательный, тем более мы сейчас как раз рассматриваем вопрос привлечения народных средств. Вот. Если под эгидой Славянского радио такой сбор средств организуется, вот, мы обязуемся вести отчеты вот, о нашей деятельности, докладывать в мини-роликах о всем, что у нас происходит, вот, и впоследствии предоставить некий план, то есть, в принципе, может быть даже какая-то заявка, но тут я думаю, что надо действовать согласно тому, что мы наметили, и, в общем-то, связаться со мной, я расскажу о программе, которая у нас есть, но, в принципе, она понятна, да, общий конвай этой программы, вот, и, соответственно, мы дадим отчет, что даст возможность людям не наступать на грабли, а может быть, к нам сейчас присоединятся те, которые впоследствии к нам прибудут, приедут. Вот. И сольются с нами.
Замечательно. Кстати, я вспомнил, у нас же готова была продукция, которой ты занимался, сувенирная. Там кружки, майки и какие-то наклеечки были сделаны. Так что, если у вас возникли вопросы, а в каких городах и как можно эту, например, майку с нашей красивой птичкой или кружку с красивой птичкой получить, то можете к Олегу, кстати, по этому вопросу тоже обращаться. И я думаю, что или он, или его помощники вас отправят к тем людям, которые в городах могут вам предоставить что-то, ну или как-то заказать. Это так вот, проходя мимо, если уж, Олег, ты берешься за такую суперорганизацию, сверхорганизацию консультационно-практическую, то почему бы тогда тебе и этим тоже не заниматься? Тем более, что уже продукция готова. Если все вопросы, которые ты хотел поднять в первой части, ты озвучил, то давай будем переходить уже ко второй части. Давай будем переходить. Итак, напоминаю, вопросы, реплики мы принимаем только на сайтах Народного славянского радио. Не путайте с другими нас, радио, телевидением и так далее. Наш сайт slavradio.org. Slavradio.org. Мы занимаемся практическими какими-то вопросами, которые помогают нам построить державу, а не просто развлекаем вас. Хотя, конечно, развлечения у нас на сайте есть, и там на радио звучат, и на нашем канале в Ютубе. Но все-таки не путайте с другими радиостанциями, телевизионными каналами или там Ютуб-каналами, которые также все называют славянскими, но там вот очень много интересной информации, да, но развлечений. Поэтому, если вы хотите задать вопрос конкретно по какому-то эфиру, по какой-то программе, то посмотрите, где вы находитесь. Это сайт slavradio.org, slavradio одним словом латиницей, или канал в Ютубе, youtube.com, дальше косая черточка, называемая слэш, slavradio. И там slavradio одним словом латиницей. Переходим ко второй части после небольшой отбивки. Народное славянское радио. Пора просыпаться. Продолжение слушайте в следующей части.